Привет, дорогие друзья! Меня зовут Ксения, это проект Elite InfoBiz. И сейчас я рассматриваю сайт под названием rpowerlottery.ru Mega Millions. И якобы прямо сейчас здесь проходила прямая трансляция юбилейного новогоднего розыгрыша, джекпот которого 255 миллионов рублей. Я стала счастливой обладательницей 219 тысяч 100 рублей. Как все происходило? Я только зашла на сайт, мне дали билет, его же сами зарегистрировали, и я просто ждала окончания трансляции. Хотя вместо трансляции была обыкновенная GIF-картинка с появлением чисел, и мне сообщили, что все происходит так, потому что проблемы с интернетом. Но у кого у них или у меня, непонятно. И плюс, пока я ждала результатов, я изучила немножко этот сайт. И тут указано про лицензию. И при том, что название тех, кто выдал лицензию и кому выдали лицензию, одинаковы. Похоже на то, что они сами себе ее дали. И якобы она от 95 года, хотя на самом деле домен зарегистрирован в этом году, в сентябре. И плюс тут, как всегда, мелкого шрифта много и интересного не меньше. Здесь нам напоминают о том, что данный ресурс – это исключительно информационно-ознакомительный, и любая оплата, которая здесь будет проходить, то это как раз-таки за полученную информацию. То есть о деньгах нам тут вообще никто не говорит, ни о каких розыгрышах там даже не написано. Но все-таки давайте попробуем забрать этот большой выигрыш. Устанавливается связь с центром выдачи призов, просят нас подождать. Существует три способа для вывода средств, но третий недоступен, потому что у нас меньше полумиллиона рублей. А так бы мы как будто смогли бы забрать наличкой. А помимо этого есть два способа. От 5 до 10 минут, если мы оплатим пошлину, либо доставка наличными домой за 1500 рублей от 3 до 7 дней. Но мы попробуем первый вариант. И нам нужно ввести номер карты кошелька и оплатить пошлину, вывести выигрыш. Попробуем все это вывести. Сейчас я введу свои реквизиты, оплачу эту пошлину и посмотрим, что будет дальше. Ну что, дорогие друзья, моя оплата прошла успешно, а вот выигрыш до меня успешно дойти не смог. И сейчас перед нами некая организация PowerOsTrans, сервис денежных переводов. На самом деле такого не существует, есть грузоперевозки Ространс и только. И, собственно, дальше нас наглым образом начинают поторапливать. Чтобы получить нам выигрыш, нужно еще 560 рублей заплатить. Но, конечно, уже никакого выигрыша не будет. И еще плюс вам покажу кое-что. Если мы введем тут какой-либо комментарий, отправить у нас его не получится. Получается, это тоже всего лишь картинка, где все люди не настоящие. И плюс ко всему есть дополнительные цены у этого сайта. И их целых 13 штук. Вот они 398, которые мы оплатили. И максимальный почти 3500 рублей. Вот он сам сайт. Проект Elite InfoBiz не советует людям пользоваться данной лотереей, потому что это не лотерея, а абсолютный развод. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Ставьте лайки под это видео, если оно вам понравилось. Если у вас есть какие-то сомнения по поводу сайтов, а сейчас под Новый год их будет появляться очень много, обязательно отправляйте их нам. И давайте мы вместе оградим людей от бесполезных платежей под Новый год. Всего вам хорошего, пока-пока.